Я хочу сегодня немножко поговорить с вами о перечислительном комбинаторике. Вообще, нужно сказать, что лет 40 назад, то и больше, ровно в этой аудитории сидели тогдашние школьники, мы проводили Московскую математическую олимпиаду, и с тех пор председателями оргкомитета были выдающиеся математики, такие как Андрей Николаевич Холмогоров или Владимир Юрьевич Арнольд, и они тоже в этой аудитории читали лекции для школьников, потому что самое естественное, для чего может использоваться олимпиада, это для того, чтобы поговорить о математике. Такой совершенно правильный, нормальный повод говорить о математике. Я буду говорить про перечислительные задачи. Так или иначе, в школе или за пределами школы, вам приходилось уже не раз получать какие-то сведения по истории математики. Вы прекрасно знаете, что древнегреческая математика, древнегреческая математика имелась развитая, очень развитая геометрическая часть. И это было связано с потребностями земледелия и навигации, с потребностями астрономии. Оттуда же пошла логика, то есть древнегреческая математика переводит в доказательство. Безусловно, там имелись вычисления, хотя создание алгебры отложилось надолго, и состоялось уже в 17-18 веке. Но в древнегреческой математике не сохранилось никаких следов комбинаторики. Комбинаторика как наука — это наука уже 18 века. И в древнегреческой математике нет никаких оснований полагать, что древние греки пытались чего-то перечислять за одним единственным исключением. За одним единственным исключением, это исключение — это одна фраза в застольной беседе с Плутарха. Ну не одна фраза, а две фразы. Плутарх пишет: «Хризип говорит, что число комбинаций, которое можно получить из 10 простых предложений, превосходит 1 000 000». На это возразил Гиппарх, указав, что одно утвердительное предложение охватывает включенных в него 103 049, а отрицательных 210 950. Значит, фраза совершенно удивительная, потому что ничего похожего в столетиях до и в столетиях после не имеется. А это Плутарх жил, значит, около 100-го года нашей эры, а Хризип и Гиппарх лет за 300 до этого. Хризип за 300 до этого, а Гиппарх за 200. То есть, по сведениям Плутарха, и Хризип, и Гиппарх занимались настоящей перечислительной комбинаторикой, потому что, чтобы не означали эти 10 утвердительных и 10 отрицательных фраз, вычислить числа, оценить, что это число таких комбинаций превосходит 1 000 000, точно посчитать, что число таких комбинаций 103 049, а отрицательных 310 952, без развитых методов перечисления, но нужно сказать, что это содержание этой фразы очень долго оставалось загадкой для историков математики. И
Эта загадка была разгадана сравнительно недавно. Значит, количество утвердительных предложений, принятое всеми нынче объяснение того, что такое количество утвердительных предложений из 10%, дал Дэвид Ту, который был в 1994 году, в 1994 году. Он был тогда аспирантом. И, в общем, после этого математика никогда не занимался. Ну, кажется, он защитил диссертацию, но математик, он там придумал вполне удовлетворительное объяснение того, что такое сложное утвердительное предложение. А в 1998 году, 4 года спустя, мы с Максимом Эдуардовичем Казаряном предложили объяснение того, что такое отрицательное предложение. И оказалось, что за несколько дней до этого точно такое же объяснение дал Варан Хабзиги из университета Бордо. И была опубликована заметка на одну страничку в American Mathematical Monthly. И с тех пор считается, что это действительно правильное объяснение того, что такое отрицательное предложение. Хотя наш ответ превышает на два тот, который приводит в ужас. Значит, вот что такое эта двойка, какие конкретно два отрицательных предложения Гиппар не учитывал из тех, которые на самом деле присутствуют. Или возможно, что это просто отпечатка, там, значит, 4 из-за 20 веков это было утрачено. Философы довольно активно пытаются обсуждать, какие именно предложения не учитывались. Но в общем считается, что это ответ. Но сегодня мы с вами будем говорить о других принципиальных задачах, не тех, которые решали греки. Для этого мне придется сказать то, что вы и так хорошо знаете, а именно закон отражения света. Вы прекрасно знаете, что свет отражается от зеркала по правилам. Угол падения равен углу отражения, хотя что такое угол падения и угол отражения, разные люди понимают по-разному. Обычно принято все-таки считать, что эти углы луча света с вертикалью, такой углы с вертикалью, проведенные перпендикулярным зеркалом, эти два угла должны быть. Этот закон довольно хорошо работает, пока вы не начинаете его внимательно анализировать. Довольно быстро и довольно давно люди обнаружили, что если вы немножко испортите ваше зеркало, сделаете в нем ярче, я буду показано на определенной ширине, расстояние между отражающей частью и неотражающей частью должно быть вполне определенное, и оно зависит от длины волны, от длины световой волны, которую вы изучаете. То есть вы просто испортили зеркало, значит, процарапали в нем некоторое количество дорожек, так что они перестали отражать, получили вместо обычного зеркала то, что называется дифракционная решетка, то закон отражения тоже портится. Оказывается, что в приемник, точку, где вы наблюдаете отраженный свет, приходит свет не только от исходного кусочка, где он отражался, вот так вот, но и от всех остальных кусочков тоже, что
говорит о том, что прямолинейное распространение света – это просто иллюзия. То есть нам кажется, что свет распространяется прямолинейно, хотя на самом деле это не так. А происходит некоторое более сложное. И в свое время Нобелевский лауреат, выдающийся физик Ричард Фриман, предложил принцип описывать распространение света следующим образом. Свет распространяется по всем возможным путям. То есть не только по прямому пути из источника приема, но и по всем возможным путям, которые ведут из источника приема. Эти пути могут быть не только такими ломанными, которые я здесь нарисовал, но гораздо более запутанными, сложными, когда потом выйти сначала налево, потом вверх, потом вниз, потом опять направо, потом опять налево, и в конце концов приемник. Но выглядит это так, в целом, когда мы смотрим, выглядит это так, как будто бы мы видим только те фотоны, которые отправляются по прямой из источника приема. Этот принцип противоречит всем естественным, казалось бы, возможным способом проявления частиц. Но прекрасно описывает реальность. Оказывается, что все любые эксперименты, которые вы можете поставить, очень хорошо согласуются с этим принципом. И этот принцип дает возможность посчитать и описать все возможные преобразования. Он применяется для квантовой хромодинамики. Квантовая хромодинамика, которая описывает взаимодействие частиц. И вот такой типичный пример диаграммы Фейнмана, описывающий столкновение протона и электрона и позитрона, который порождает фотон, который впоследствии распадается на кварк и антикварк. Значит, принцип Фейнмана состоит в том, что если мы хотим описывать взаимодействие элементарных частиц, то мы должны рассматривать все такие возможные диаграммы. Все такие возможные диаграммы, приписывать эту диаграмму какие-то веса, и реально происходящие процессы описываются совокупностью всех диаграмм. И опять-таки до недавнего времени, опа, я еще не знаю, да. Но вот в частности может означать вероятность, как правило означает вероятность, но для самого будет более сложно, чем просто число. Вот. Вот здесь мы переходим к тому, о чем я сегодня рассказывал. Так, вот сейчас, наверное, в течение некоторого времени проект вам понадобится. Выключим. Которая перепрыгается
зависимости от времени по какой-то траектории. Ну, по всем возможным траекториям, да, в чем он состоит. Оказалось, что некоторые наблюдаемые эффекты, такое представление описывает не вполне точно. И точность резко повышается, если считать, что частица – это маленькая окружность, которая тоже эволюционирует во времени. Но эволюционируя во времени, она идет, она уже заметает не линию, а некоторую поверхность. Когда точка, движение точки описывается, оно, естественно, является чем-то линейным, каким-то одномерным объектом, а частица, результат эволюции во времени частицы, это объект двумерный, то есть двумерная поверхность. Но для того, чтобы описать это двумерная поверхность. И нам для того, чтобы описать поведение системы частиц, нужно знать, как ведут себя всевозможные пути, всевозможные двумерные поверхности. Нам нужно представлять себе, как устроена совокупность всевозможных двумерных поверхностей. Ну, двумерная поверхность штука сложная. Поэтому физики для того, чтобы иметь объект, с которым можно работать, заменяют эту двумерную поверхность на поверхность склеенного из многоугольника. Например, вот. Говорят о том, что мы рассматриваем для хорошо бы еще, когда мы говорим о поверхностях, понимать, какие вообще поверхности бывают. К счастью, набор возможностей не очень велик. И имеется полная классификация внутренних поверхностей. Наверняка имели с ним дело, но у нас сейчас неориентированная поверхность
Во-первых, интересует, а во-вторых, кто же интересуется. Вот, сейчас я покажу. Вот, вы видите, здесь преангулировала поверхность кремя. На разбитом треугольнике, и где-то они идут так. Понятная структура, где-то понятно. Вот. И вопрос, первый вопрос, который стоит в этих задачах и описании различных преангуляций, состоит в следующем. Сколько искусственно можно реализировать данную поверхность? Сотрем ребро. Преангуляция заменим его на ребро, которое является другой диагональю, в том же самом числе. То, что мы получили, уже является другой преангуляцией, которая не совпадает с преангуляцией. Теперь мы зафиксировали все решения. Спрашиваю, а сколько есть способов поднять на треугольнике, когда мы конечно решили? Ну, на самом деле, это количество способов не то чтобы физика интересует очень сильно, само по себе точно значение количества. Но их интересует, как растет это количество, если количество вершин преангуляции увеличивается. То есть у нас есть N вершин. Спрашивается, как быстро растет это количество, количество разных преангуляций. И приблизительно последние лет 40 физики крайне интенсивно занимаются этим задачей и вовлекли в эту деятельность большое количество науков. И несмотря на то, что много вполне эффективных способов зачастую точных экспериментов и подсчета различных разбиений разработаны, нельзя сказать, чтобы ситуация была удовлетворительной. Потому что каждый раз, для каждой новой задачи приходится изобретать новый способ. Приходится изобретать новый способ вычисления, и известные способы не являются универсальными. А работает каждый день, работает лишь на небольшом классе задач. В лучшем случае на одной задаче. Я хочу сейчас переключиться на
одну задачу, которая, в которой имеется точный ответ. И этот точный ответ является, на мой взгляд, одним из самых красивых формул математики, про эту формулу я хочу вам рассказать. Он относится к ситуации обратно. Никогда мы разбиваем нашу поверхность на тело, на треугольнике, то есть на многоугольнике самого маленького количества вершин, соответственно, склеиваем. Для того, чтобы склеить поверхность, нам требуется наибольшее количество многоугольника. Вместо этого я буду рассматривать склеивание многоугольников из одного, склеивание поверхности из одного многоугольника. Представляете себе, как можно из квадрата склеить поле. Ну да, берете квадрат, разбиваете его стороны на две пары, противоположных сторон. Склеиваете, например, пару верхнюю сторону с нижней. А потом склеиваете сторону цилиндра, концы цилиндра между собой, и это получается шестиугольником нам оказывается трудно представить. Если мы возьмем что-то более сложное, давайте я сейчас. Я только сейчас вместо пометок буду писать какие-нибудь буквы. Мы склеиваем стороны, на которых написаны одинаковые буквы. И получаем поверхность, спрашивается, что это будет за поверхность. Что? Ну, мы сейчас это узнаем, давайте только выработаем способ, как это делать. Дело в том, самый простой способ, который я знаю, состоит в следующем. Вот у нашего многоугольника есть граница. Есть граница, и эта граница оставляет след из склейки. Когда мы склеиваем, мы можем следить
Затем мы можем следить за тем, куда перешла граница. После того, как мы склеили скрепление, мы получили вот это вот, я нарисовал тот след, который оставила градиентная граница. То есть граница становится графом. У этого графа есть какое-то количество вершин. Сколько вершин у этого графа? Сколько? Одна. Значит, количество вершин здесь одна. Ребра? Два ребра. А гранит? Сколько? Одна. Когда-то Эдер обнаружил, что для всех многогранников количество вершин минус количество ребер плюс количество гранит равно 2. А здесь оно вдвух не равно. А здесь оно равно. Что? Граф? Повторите, пожалуйста. Скатные ребра. Нет. Трёхгранные ребра. Ну, петли, конечно. Но они не кратные. А, ну, нет, кратные ребра, правда. Нет, дело не в этом. У нас получается, что граф на самом деле разогнулся в формуле Эйлера. Может. Решили самому своему сидеть. Может. Вот. Формула Эйлера это все разрешается. Но это все разрешается на сфере. Для сферы количество вершин минус количество ребер плюс количество гранит равно 0. А здесь мы живем на Торе. И для Тора это количество равно 0. Какой бы граф на Торе есть количество вершин равно 2, количество ребер равно 1, 2, 3, количество гранит по-прежнему равно 15. Число вершин равно 15. Гранит равно 15. Количество отверстий, как палки появятся. Да. Да. Ну, вот если одна дырка, то всегда можно. А если дырок больше? А если дырок больше, что будет здесь? Минус 2. Минус 2. Так. Минус 2. Минус 4. Эйгер не думал, конечно, ни про Тор, ни про Фенни, ни про все что угодно. Но эту величину называют Эйгеровой характеристикой. Потому что он не занимается.
теперь вернемся к нашим склеиваемым. Значит, для того, чтобы склеивать поверхность, для того, чтобы склеивать поверхность из многоугольника, мы должны брать многоугольник с четным числом сторон. Что получается, если мы склеиваем поверхность из два верноугольника? Значит, наша граница оставляет. Наша граница оставляет. Граф на поверхности. В этом графе сколько вершин? А не знаем, сколько получится. А вот сколько ребер, мы действительно знаем, их количество действительно равно n. Потому что количество ребер — это половина количества сторон. А грань сколько? Одна. Это означает, что для того, чтобы определить, какую поверхность мы склеили, нам достаточно посчитать количество вершин. Нам достаточно посчитать количество вершин. И это количество вершин определит нам это поверхность. Ну давайте попробуем. Значит, вот в этой склейке, значит, у нас есть вершина номер один. Она склеивается с чем? С этой вершиной она условно склеивается, поэтому здесь тоже не играет. Правда? Поэтому значит, это две общие вершины. Теперь с этой вершиной она склеивается, потому что склеиваются верхние линии. Поэтому это тоже работает. Больше она ни с чем не склеивается. Больше она ни с чем не склеивается. Значит, обозначим эту вершину через 2, она склеивается с этой здесь, и склеивается с этой здесь. Поэтому число вершин минус число ребер плюс число граней. Есть 2 минус ребер плюс 3 плюс 1. Значит, поверхность, которую мы склеили, это то. Вот мы взяли вершину, вот эту, и посмотрели, с какими вершинами она склеивается. Некоторые вершины нашего многоугольника склеиваются между собой, образуя одну вершину на поверхности, в графе на поверхности. Как узнать, с кем она склеивается? Вот по этому ряду, склеивая вот эту сторону многоугольника с этой стороны, мы заключаем, что она склеивается с этой вершиной. Поэтому здесь мы тоже написали линию. Значит, эта сторона склеивается с этой стороной, поэтому здесь мы тоже написали единичку. А с остальными вершинами склейки не происходят. Но зато они все три оставшиеся склеиваются между собой. И граф, который получается на поверхности, это в точности вот этот граф, который я здесь нарисовал. У него две вершины. Три ребра и одна прямая. Значит, при склейке этого шестиугольника мы получили то. Давайте теперь посмотрим, что получается при склейке этого восьмиугольника. Значит, опять. Берем какую-нибудь вершину, еще не использованную, ставим в ней номер один. Значит, по стороне А. Она склеивается с этой стороны, поэтому здесь тоже будет номер один. А по стороне Б эта вершина склеивается вот с этой стороны, поэтому здесь будет тоже номер один. Какой
сегодня правда. Вот у нас есть две стороны, здесь и здесь. Мы можем склеить двумя способами, можем склеить так, а можем склеить вот так. Как я определяю, как именно, скажите. Скажите мне, как я определяю, как именно. Что? Потому что склеиваем вот так. Если мы склеим с переворотом, то у нас на нашей поверхности получится лишний брус. Если бы мы склеили, взяли эту полоску, склеили концы с переворотом, на ней бы получился лишний брус, а это означает, что наша поверхность стала бы неориентирована. Потому что лишний брус не ориентирован. Ни одна из них поверхностей или самого брусом не склеит. Поэтому у нас есть лишь один способ склеить две стороны так, чтобы сохранилось линию. Поэтому я и ставлю единичку сюда. Единичку сюда. А дальше мы склеиваем сторону С, сторону С. Единичку приходит сюда. Значит, сторону В со стороны В. Тут все замкнулось. Все замкнулось, единичек больше нет. В единичку склеивается 4 вершины нашего восьмерика. Что в двойку? Вот назвал его двойкой. Значит, С и С склеились, здесь стала двойка. А и А склеились, здесь стала двойка. Д и Д склеились, это двойка склеилась, где здесь Саша. У нас осталась одна вершина, которая склеивается сама с собой. Вместе тройка. Значит, здесь количество вершин, минус количество рядов, плюс количество рядов. Есть 3 минус 4 плюс 1, есть по-прежнему 0. То есть это торг, а вовсе не деньги, как предполагаем, нет. Хотя из восьмиугольника крендель действительно стоит, да? А вот из шестиугольника крендель склеить нельзя. Почему? Да. Значит, нам нужно, чтобы число вершин, число рядов, число грани равнялось бы двум, да? Минус бы. Нам нужно, чтобы число вершин, число рядов, число грани равнялось бы минус 2. Здесь стоит минус 3, здесь стоит плюс 1. Минус 2 можно получить только если число вершин равно 0. Поэтому из шестиугольника мы крендель склеить никак не можем. А из восьмиугольника это уже можно сделать. Я не буду сейчас проверять, как это делать. Хорошо. А в любом наугольнике можно сделать то? Да. Это да. Это да. Ну, если бы двуугольник не рассматривал. Ну, да. Это из двуугольника. Хорошо. Давайте посмотрим теперь опять на наш исходный квадрат. Исходный квадрат. Я разбил его стороны на пары одним способом, а получил и получил то. Однако стороны квадрата можно разбить на пары другими способами. Давайте я все надеюсь. Значит, есть три способа. Есть три способа разбить стороны квадрата на пары. И легко видеть, что эти два способа при склейке дают сферу. Она, правда, будет такой угловатой, но все равно это будет сфера. Если есть технически, то мы можем посчитать количество вершин.
каждой из этих склеек три вершины, соответственно, три вершины Горинга и одна грань означает, что триллера практически будет, что то, что получается сфера, на это легко увидеть. И... Так вот задача. Задача, о которой я говорю, состоит в следующем. Сфинкин способ. Сейчас я буду объяснять, что это такое значит. В этом ответе заключен, вот в этом выражении заключен полный ответ на эту задачу. Сейчас я буду говорить. Есть, по-моему, одна самая замечательная форма выражения. Она называется форма выражения. Харера Замира, получено 1936 году. Так что в этом году исполняется 30 лет. Ну, Харера по-другому, кажется, произнести нельзя, а Дона Замира, фамилия Дона Замира, транскрибирует приблизительно 10-м различным способом, он Замье, Замье, и ну, тут у меня Замье. Вот. А, значит, это одна из самых замечательных математик. Значит, для того, чтобы ее понять, прежде всего, нужно знать, что такое линейный Ньютон.
Ничего не изменилось, да? Да, изменилось. Я, первое, предыдущее было правильное, а потом неправильно. Не стоит, должно стоять русский. Я их заменил не единицу, а их заменил два вопроса. Давайте посмотрим, что такое словосочетание НПК. Это НПК, выделенный как НПК. Только я хочу эту формулу немножко переписать, сократив числительный знаменатель, заменяем его муска факториал. Теперь другой делится на факториал. Я его сокращу, это будет множественный знаменатель. Чем эта формула лучше, чем эта? А вот чем? Она лучше. Что? Да. Да. N может быть любым. Вот в этой формуле число N не обязано быть целым. Не обязано быть натуральным. Здесь, для того, чтобы знать, что такое n муска факториал, мы должны быть уверены в том, что число n муска целое не отрицает. В частности, n целое не отрицает. А вот здесь это уже не нужно. И чтобы подчеркнуть, что это не будет число, я это способ записи числа сочетаний. Для нецелого. Что? Для нецелого. Что для любого. Целое, не целое, все равно. Здесь можно не обязательно придумать, что дело было вместе. Важно, что оно может быть не целым тоже. Это американский, англо-американский способ записи чисел сочетаний, если вы будете читать английский текст, математически. Там вы не встретите такого обозначения. Это русско-французское обозначение. В России и во Франции число сочетания обозначает цель за НПК. Французское сокращение, да? Наверное, да. Вот. Отличание американцы и весь прочий автоматический метод обозначает число сочетания. Что при этом важно? При этом важно, что это выражение, давайте я его перепишу так, число сочетания за единицу, число сочетания за единицу, число сочетания за единицу. Оно уже, вот это выражение, вовсе не обязано быть конечным. Если n не целое, если n не является натуральным числом, то это выражение не обрывается. Его можно писать в виде бесконечной суммы. Вот теперь. Мы можем сказать, что такое единица плюс s позволяет на единице минус s степени а n. Знаю, что такое единица плюс s.
Это я переписал для музыку. Что появилось в государстве. И вторая скобка. Значит, здесь можно увидеть. Здесь будет стоять единица. Здесь будет стоять число сочетания из минус n по одному. Умноженное на минус s. Показатель степени минус n, а не остается на степени. Плюс число сочетания из минус n по 2. Минус s по 2. Ну давайте посмотрим, что такое число сочетания из минус n по 2. Итак, минус n умножить на минус n минус 1. Вот минус n минус k. Ну а вот это n, ну вот здесь вот видите, n, плюс k минус 1, делить на k от n, и мы получаем из n, минус 15. K или k, если какой процент можно получить? То есть, наша формула приобрела следующий вес. Единица плюс n минус плюс n на единицу 1 пополам минус 1
четные степени сократятся, здесь будет следующая степень, 2 на 4 и 2 на 6. И здесь 2 на 4 и 2 на 6. Как же это правильно сосчитать? Как же это правильно сосчитать? Ну-ка. А здесь будет... Здесь будет отсюда на этаж. Я надеюсь, что я не ошибся. Вот. И давайте посмотрим вот на этот вот функционал. Я его все-таки пошел в виде. Перечисляющий склейки квадрата. Если вы помните, то у нас у квадрата будет всего 3 склейки. Из этих 3 склеек 2 дают граф на поверхности, у которого 3 вершины. И одна склейка дает граф на поверхности, у которого 1 вершина. Тем самым этот многочлен, коэффициенты этого многочлена перечисляют склейки квадрата в зависимости от того, какую поверхность мы получаем при этих склейках. Теорема Харера-Загира говорит, что все следующие коэффициенты обладает этим свойством. То есть коэффициент при S4 перечисляет склейки шестиугольника. Коэффициент при S5 перечисляет склейки восьмиугольника. Коэффициент при S в степени 1 плюс 1 перечисляет склейки 2 угольника. То есть всякий коэффициент здесь является многочленом от переменной, которого коэффициент при этой степени А, коэффициент при этой степени А, есть количество склеек в N-маленьком уровне, в которых результат граница на глубокой оставляет на поверхности граф с А вершиной. Да. Вы вынесли 2 трети, а какие да. Вершины? Значит, дальше коэффициент будет 2 поделить на 2 n минус 1 двойной факториал. Двойной факториал — это произведение всех нечетных чисел, единицы до двойного. Этот коэффициент уже известен, он общий. Итак, в этом выражении заключено заключено перечисление всех склеек, всех многоугольников, в зависимости от того, как
По-моему, это одно из самых красивых. Может быть, выступающий по форме для связывающих числа Е, Фи, Нину, единицу и обычную единицу и ноль, но для выступающих числа. На этом я закончу лекцию. Я думал, очень много чего рассказать, но будем переходить к делам Олимпиады. Спасибо.